Орловская 3-я поликлиника будет прививать пациентов на дому. Вызвать к себе бригаду смогут люди в возрасте от 65 лет и по назначению терапевта. Сформирован список лиц, которым больше 65 лет. Если пациент, потому что все прививки делаются по желанию, если пациент выразит желание сделать прививку против гриппа, значит, его врач, терапевт на дому посетит, осмотрит и примет решение, будет прививаться данный пациент, подходит он под прививку или нет. Всего таких бригад 6. Для остальных орловчан в медучреждении ежедневно, включая субботу, работает прививочный кабинет. Любой пациент в удобное для него время может записаться через электронную регистратуру на прием сначала терапевту, после осмотра терапевта, если нет противопоказаний, если нет температуры, какой-то аллергической реакции, он может вакцинироваться. По рекомендациям Орловского Роспотребнадзора, для профилактики гриппа необходимо привить около 60% населения. Вакцина от этой инфекции поступит в поликлинику в сентябре.